Привет, приехала моя посылочка с вот таким вот умным замком. Как говорит нам производитель, он работает вместе с Amazon Alexa, Google Assistant и HomeKit. Вот как раз последнее меня и заинтересовало. Вместе с ним, поскольку я покупал комбо, чтобы получилось дешевле, вот купил вот такой бридж. Пока я не знаю, если он нужен для того, чтобы работал HomeKit удаленно через приложение Nuki. Но уже судя по отзывам, знаю, что он нужен для вот этих двух ассистентов. Ну, посмотрим сейчас быстренько, как оно упаковано. Вот такая вот плотная коробочка здесь. Такая информация небольшая. Сейчас я попробую открыть, показать вам, что внутри. Такая вот симпатичная коробочка. Значит, внутри сам замок. Вот он такой вот. Снизу у него отсек для батареек и код для сопряжения с HomeKit. Здесь небольшая инструкция. Инструкция по применению. В том числе немножечко там написанное на русском. Я уже смотрел. А здесь иллюстрированная инструкция о том, как его установить. Дальше у нас на этой бумажке идет код для HomeKit. Дальше идут вот такие вот две накладки. Все зависимо от того, какая у вас дверь. Сейчас попробую достать. Точнее, не какая дверь, а именно какой замок и насколько он сильно выпирает. То есть, если личинка из двери выпирает, то эта вот накладка одевается на нее, потом закручивается винтами, ну, либо вот этими двумя, и все. И потом сам замок уже вдевается. Если у вас она вровень с дверью, тогда вот они предложили такой вот вариант, где просто двухсторонний скотч, который снимаете, он приклеивается, точно так же держит. Люди говорят, держит хорошо. Дальше в комплекте у нас есть сильный такой магнитик. Он вот тут прилип к этому ключу. Ключ нужен для того, чтобы завинтить вот как раз те штучки, о которых я говорил, вот тут. А этот магнитик крепится на дверь, и таким образом замок узнает, что закрыта у вас дверь или нет, и он должен отображать это в приложении. Судя по сайту, эта функция работает в бета-режиме, поэтому, скорее всего, не всегда корректно показывает. Ну, в общем, вот так вот. Быстренько буду устанавливать, потом расскажу, что, как работает.